преддверии Дня водолаза сотрудники Химспаса завершили зимний сезон. Спасатели провели очистку дна канала имени Москвы вокруг пляжа парка Толстого. Это ежегодная процедура. Почистили вот буквально на днях пляж водолазами. Предметы со дна достали, колюще-режущие, покрышки. В принципе, дно пляжа обследовано. Сейчас ждем официального заключения ГИМСа о пригодности пляжа. И как бы будем открывать летний сезон. Открытие летнего сезона запланировали на 1 июня. К этой дате Химспасу необходимо не только очистить дно, но и переустановить предупредительные знаки, ведь купаться в канале можно лишь рядом с пляжем парка имени Толстого. Однако некоторым отдыхающим море по колено, и они зачастую ныряют там, где пожелают. Чтобы внештатных ситуаций было как можно меньше, спасатели ежечасно объезжают подведомственную территорию. Это немногим больше 100 километров. Единственный в Химках легальный пляж под контролем Химспаса, которые следят за тем, чтобы отдыхающие не заплывали за буйки. Некоторые из них на замечания спасателей реагируют вполне адекватно и сразу же выходят из воды. Но бывают и сложные ситуации. Бывают в состоянии алкогольного опьянения совсем неадекватные, начинают ругаться. То есть приходится вызывать наряды полиции, с которыми мы содействуем. И вот таким вот образом вынимаем из воды и отвозим на берег. Канал имени Москвы – важная транспортная артерия. В течение часа здесь проплывает порядка 20 судов, а в связи с открытием летнего сезона к списку добавятся и суда с отдыхающими. Огромные 4-5-палубные яхты, маневренность которых весьма ограничена. Поэтому спасатели призывают химчан быть бдительными, купаться лишь в специально обустроенных местах.